Саженцы гортензии и крупнолистовой заския, нуждаются в тщательном уходе, но при соблюдении всех правил агротехники в полной мере отблагодарят яркими красками. Куст небольшой, около 1 метра в высоту, с многочисленными стоячими стеблями, хорошо облиственный. В период с июня по август практически полностью покрыт яркими розовыми цветами. Бутоны большие, в диаметре могут достигать 25 см. Длительное время не теряют своей декоративности, в том числе и при неблагоприятных погодных условиях. Заския плохо переносит зимовку, рекомендуется укрытие лапником или специализированными материалами. Гортензия крупнолистовая заския – это многолетнее растение. Кустарник лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 25 см в диаметре. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гортензия крупнолистовая заския можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. В качестве места выращивания гортензии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гортензия крупнолистовая заския в месяц июнь-август. Цветок окрашен в красный цвет. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Весенний окрас листочков зеленый, осенью цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что гортензия крупнолистовая заския – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.